По решению городской думы и постановлением главы города публичные слушания провели по теме внесения изменений в научно-исследовательскую работу, проект планировки и межевания западного района Димитровграда, а именно развитие улицы Арсенальной и строительство дороги. Предлагается внести изменения в ранее утвержденный проект планировки территории, который был разработан институтом Ленгипрогород в 2012 году. В частности, внесение изменений предлагается произвести в части изменения ширины проектируемой улицы Арсенальной с 40 метров до 25 метров. Принять участие в обсуждении мог любой желающий. Информация о дате проведения публичных слушаний была размещена в СМИ. Горожанам показали слайды с проектом планировки улицы Арсенальной. Она будет начинаться примерно от торгового комплекса «Арсенал» на проспекте Ленина и соединяться с улицей Курчатова. Тем самым улица Арсенальная сможет разгрузить автомобильный поток нового микрорайона, который построили на улице Славского. Арсенальная пройдет вблизи территории некоторых жилых домов. Жителей интересовало, как будет соседствовать дорога с их дворами. Мне непонятно, а у нас там детская площадка находится, а теперь что с ней делать-то? В проекте предусмотрен перенос детских площадок от дороги. В целом, изменение ширины проектируемой улицы Арсенальной одобрено на публичном слушании. Татьяна Баловнева, Константин Белов, «Наше время».